Язык у меня эмоции. К сожалению, сегодня наш объективный и демократичный Верховный суд отказывается давать окончательное решение. Возможно, здесь ваше присутствие. Я очень благодарна, что вы все приехали сегодня меня поддержать, но, возможно, наше присутствие и пугает их. И, я думаю, пугает не только их, а пугает всех, кто против нас, потому что я уже поняла, я думаю, и вы поняли, что наши власти поддерживают своих конкурентов, своих кандидатов, как Игорь Дадон, Майя Санду, Мариан Лупу. Конечно же, они испугались нашу молодую партию, которая действительно начинает набирать обороты.